Утро – самое важное время для организма человека. Именно поэтому нам интересно, как проходит оно у красивых и знаменитых. Сегодня мы его проведем с телеведущей и диетологом Светланой Кашицкой. Мое утро начинается всегда с улыбки. Сразу встав с постели, Светлана выпивает стакан теплой воды с лимоном и мятой. Мы сразу настраиваем наш организм, подготавливаем его, наш желудочно-кишечный тракт, ко всему с последующему дню. Светлана много занимается спортом. Также наша героиня разработала систему тренировок для дома. Поставьте в опору стульчик, вперед выставьте ножки. Кому сложно, можно согнуть. После этого сгибаем ручки, выпрямляем. Смотрите, чтобы локти не расходились в сторону. Ну а девочкам с постоянной нехваткой времени Светлана советует пользоваться специальными приложениями. Первое приложение, которое я считаю самым классным, это приложение по воде. Использует гаджеты и ее младшая дочь. В отличие от других родителей, Светлана не запрещает пользоваться ей смартфонами. Главное, чтобы все приложения несли обучающий характер. Это то, что развивает, но все равно я разрешаю ей играть в это не более 30 минут. Новая любовь малышки – это куклы с дополненной реальностью феечки-подружки. С этой игрушкой можно общаться, петь и играть. За цветок похож на солнышко. Да, только очень маленькая. Светлана помогла похудеть многим звездам шоу-бизнеса. Но сегодня она поделится рецептом вкусного и в то же время не вредящего фигуре блюда. Для этого нам понадобится мука, сахар, вода, соль, масло и яблоко. Для основания галеты телеведущая взяла просеянную муку от бренда «Господар» высшего сорта М5428. Именно она идеально подойдет для такой выпечки. Ее, а также сливочное масло, соль измельчаем блендером. Добавляем 4 столовых ложки воды и перемешиваем. Тесто заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 40 минут. Яблоки нарезаем тонкими дольками. И сейчас загнем края, посыпем все это корицей. В готовке Светлана любит эксперименты. Сегодня героиня расскажет про рецепт вкусных бутербродов из форшмака Баренцева. Это блюдо подойдет для праздничного стола и семейного завтрака. Для этого нам понадобится хлеб, бурак, сыр, масло и форшмак. Селедка считается одним из самых полезных сортов рыбы. Благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3, она очень полезна для сердца и сосудов человека. Для наших бутербродов все подготовленные ингредиенты мелко нарезаем. Полученную массу хорошо перемешать, намазать ее на хлеб, багет или крекеры. По желанию, готовые брускеты можно украсить свежей зеленью. Это очень вкусно, это правда. Жирненько так, поэтому питательно. Начинайте свое утро правильно с нашими героями и заряжайтесь на успех и здоровье на весь день.